Розбороняти їх приїхав дільничний, єдиний правоохоронець, що лишився в місті після реформи МВС. Замість того, щоб розійтися, молодики стали разом бити поліцейського. Дільничному довелося відстрілюватись із травматичного пістолета. Он представился сотрудникам полиции и попросил, чтобы они не нарушали общественный порядок. В свой адрес он получил оскорбление, и они стали применять к нему физическую силу. В ответ ему пришлось применить устройство для отстрела травматических пуль. Когда приехала следственно-оперативная группа, люди были задержаны и начато уголовное производство по части 3 статьи 296 Уголовного кодекса Украины.